перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ты сегодня про халяю. Ну да, я сплю долго, короче. Нахуй сам иди, Паш Техник, заебись. Не, братан. Если ты думаешь, Паш Техник, заебись, нахуй идешь ты. Е, Волгограду, привет. Ну да. Не будет нагреваться. Ну все. Ну все. Тогда и это. Их, наверное, будем брать. Сколько подтягиваешься? Не знаю, там. Не, ну я свежий, как раз 15, наверное, 20 сделаю. Да я уже не, ну как бы, ну, так не особо хожу на турник. Как бы, ну. Нахуй на турник, а он на турник ходил теперь. Похоже, техник плохо себя чувствует. Да когда он умрет уже. Жалюзи лучше. Бля, ну вот жалюзи, я что пиздец сложно. Там надо еще тогда лестницу у кого-то брать, да, бра? Но я снимаю квартиру, поэтому тут такой нету. Чечне, привет. Я все отлично, вы как? Куда в отпуск? Не знаю, брат зовет в Сочи, у него там дом. И, короче, этот... Ну вот, в Испанию. А вообще мне нравится этот. Мне бы хотелось в Шри-Ланку. Вот. Но как бы хуй его знает. Сторчишься так, брат. Да я уже давно сторчался, ты что не знаешь, что. Ебой, Мурманск, мой город, брат. Мурманску привет. Ебой. Чечня, заебись. Бульвар, не знаю, бульвар там бомбит, он красавчик. За сколько снимаешь хату? Брат, дешево. Ну, как бы... Ну, тут чувак такую же снимает. Я встретил тут этот борода, короче. Ну, это звукарь наш, который еще наш трек с Гуфом когда-то вписывал. И я его тут встретил в магазине, он, оказывается, тут тоже жил, но он же съехал. Вот он в два раза дороже снимал. А что за звуки, брат? Да я... Короче, там реклама этих хуйни, истории боев там их, и это, и контры там, и все такое. Да, конечно. Ой, из новой школы, мне нравится, я мало нового слушаю, мне нравится, ну как бы я могу выделить, это не значит, что я его прям включаю с утра, как бы, то есть, например, вот этот я ходил на концерт Gone Flood, я, может, такой рэпчик не слушал, он очень качественно делает, но он для девочек делает, я бы его выделил, Депо, мне кажется, Депо пиздец стильный чувак, короче, он, ну он пиздец, короче, да, знает прекрасно, что делать. И от, конечно же, Кизару. Не знаю, может, кого забыл. Привет, солнце. Где живешь? Ну, Кутузи, брат. Что тебе ответить? Что тебе ответить? Как тебе хаски? Ну, мы с ним лично знакомы, как бы. Ну, один раз мы виделись, я говорю, мы в Питере все тусили. Я, он, Гашан, Мирон. И там мой друг Толян, короче. Это было, когда я на батл, по-моему, ездил, или на концерт ездил. И как раз тогда Мирон познакомился с Хаски, он его подцепил. Ну, короче, как я понял, Хаски тогда был флэрщик. И Мирон ехал к нам и взял Хаски такой с собой. После этого они как бы, ну, так, типа... Как к Семену относится? Да отлично, вот брат вчера писал, как бы, я говорю, братан, мне не нравится, что там у вас происходит. Не, ну как бы, душ мне не нравится, я просто как бы, ну дело их, это они делают, ну я как бы высказываю свое мнение, конечно, как бы.
Я говорю, братан, ну как бы, ну как так, что может чувак, блядь, забыть текст, блядь, выиграть батл? Как так чувак пиздит, говорит, строчки подачи выигрывает батл, ну хуй знает. Миг Бэйби Тейп, братан, ну как-то это, блядь, не по мне, я не стал слушать, не знаю, название как-то, ну, блядь. А батл планируешь, да, ну хуй его пойми. Почему кипишуешь с плюхой? Да никто не кипишует с плюхой. Плюха просто долбоеб. Он как бы. Он просто долбоеб. Вот смотрите, человеку было все, как бы он все уехал, блядь, в Израиль. Как думаете, почему он уехал, открыл там студию? Потому что тут с ним нахуй никто не хочет иметь дело. Потому что никто, блядь, не общается, никто не дружит, никто ему не помогает. Просто все нахуй шлют. Как бы, ну думайте логично. Фаворит FB4. Ну, я скажу так, я мало кого видел. По подаче и оригинальности подачи я бы выделил вот этого, который в Кинявой. Мигзи, Бригзи. Бля, я прошу прощения, я как бы это. Он выглядит оригинально. Это охуенно. То есть, лично я чего хочу в батле увидеть, это я хочу увидеть оригинальность. Вот. Я не говорю, что он прям охуенный батлер. Мне кажется, ему... Ну, с подачей у него все охуенно, короче, вот так. Вот. Ему бы чуть-чуть, может быть, потехничнее панчлайны. Вот. И преподносит их круто. Вот единственное, что, знаешь, сам панчлайн чуть-чуть. Фу, блядь. С каким продюсером, брата? Бля, я повидал этих продюсеров, братан. Пиздец. Нахуй они нужны? Подписан улицы, брат. Вон Ли Тигр мой продюсер, брат. Добавляйся к нему. Кто на районе авторитет у вас сейчас? Кто, брат? Ты на него смотришь, блядь. Авторитетов. Братан, у нас на районе авторитет правда. И real shit. Вот только что рассказывал про этот, как бы. Я не знаю, какой-нибудь олдскучик там что-нибудь. Димыкса, блядь, заебись. Карамба, брат. Как сам. Да, Ли Тигр из нашего гэнга. Тоже курит траву, идет красиво. Ну, я видел Рокет, как бы, ну, заглавление, но я не слушал. Да, брат, я знаю, я каждый день просыпаюсь и думаю, какого лоха бы тебя разъебать? Не, летай шляпа. Не, летай шляпа, короче, он, короче, просто чужие строчки переписывает по-другому и один в один копирует флоу Оксимирона. Это не очень пиздато. Как бы, ну, у нас есть Мирон уже один, который тем более делает пиздато. Нахуй ты нужен, как бы, третьесортный. Я хорошо, брат. Ты да. Ну, короче, причем то, что он копирует Мирона, это даже, ну, это вообще мне сказал чувак, который даже рэп не слушает. Он говорит, я включил, бля, там чувак, я включил. Ну, там настолько у него интонации эти все, он даже текст так строит местами. Я не считаю, что это пиздат. А я не курю сейчас. Это вейп. Фиты, да, думаю, вот пару фитков надо записать. Вот Блэки брат ждет, как бы очень, бля, надо ему отписать. Причем у меня даже, по-моему, текст написан. Короче, да, вот как раз надо доехать на этой студии, блядь, записать Блэки фит, 247 дропнуть и еще новое дерьмо. Чего ты не судишь? Не знаю, как бы... Бля, я всегда так высказываю, что, наверное, они не очень хотят брать меня в судьи, понимаешь, в чем я, брат?
голубки. Не, ну да, это смешно, пиздец. 40 БПМ как площадки. 140 БПМ. Это, я так понимаю, слово, да, брат? Если я не путаю, просто, ну... Я, конечно, угорал над Чейни раньше, но как бы ничего злого, ну так, ну, по шутке. Но вообще хочу сказать, чего есть у слова, чего нет у Версуса, это, блядь, поддержка. Искренняя прям. И это выглядит заебись. Ну, это, ну, микси, я не знаю, как его, блядь. Прошу прощения, как бы. Не хочу кого обидеть, просто, ну... Ну просто, бля, Мигзи-Брагзи, блядь, как это, Мигзи-Браги, как это был этот батл, я хуй знаю, кто из них кто. А Гуф видел, зимой вот они что-то заезжали со мной, перед, вот перед батлом с Тайхер заезжал, что-то там на дачку не гоняли. Максим Югов Микси. Ну да, наверное, это он. Максим Югов. Бля. Максим. А, и вот этот чувак, который проиграл этому лоху, как его звали? Ну вот в последнем батле, вот этот, как говорят, офисный работник. Бля, он выиграл. Он выиграл вообще по-любому. Он, бля, во-первых, он дал жизненной хуйни там в батле. Вот. Во-вторых, ну, залетая, болел только Оксимирон. Там даже, если посмотрите, читал этот «Летай», там все пацаны его, знаете, такие стояли. И вот по сторонам со временем так скучно было. Ну, как бы, понимаете. Потом он стоял, отмазывался. Прошу прощения. Если ты отмазываешься на батле, значит, тебя разъебывают, блядь, понимаешь? Чего они отвечают в директ? Не знаю, брат, не хочу. Блядь, ну, да, я простужен, брат. И сам после этого, видишь, до сих пор не проходит кашель, мокрый, пиздец, блядь. Майлис, что-то нету, блядь. Летай хуйло, да, блядь. Говорит, ты, блядь, похож на офисного работника. А ты сам на пидора похож, ну и что, блядь? Как бы, блядь... А, да? Ну, знаю, там у тебя этот кличка Новиногуго, там, блин, поймешь разве что девушка. На сеанс придешь? Да, да, брат, наверное, в пятницу давай. Там надо в пятницу к врачу и сразу после него к тебе, если можно. Ну, мы спишемся в личке, да, брат? Он, братух, пригласил меня, ну, как вы спрашивали, буду новый татуху делать, братух тоже пригласил свой этот. Свой этап ту студию, поеду я смотреть, будем бить, короче, новое. Думаю, вот давно хотел брат, короче, на плече выбить, так что думаю, молодого себе на плече выберу. Ты в Минске был? Да, брат, был. Я даже там такой этот Борисик у вас курил. И вот и я говорю, блядь, что плохого в офисе, блядь, хули этот пидор вообще пиздит, ебать. Я тоже работал в офисе, как бы, ну, неделю, ну, блядь. С Гошаном, брат, почему не тусим, как бы, ну, блядь, почти, ну, как бы, каждый день два на связи. Он просто, ну, на другом конце Москвы живет, просто, понимаешь. Да и сейчас красавчик, он в зальчик гоняет, как бы, я в зальчик гоняю, рэпчик пишу, надо вам новое это, я хочу новый релиз вам дропнуть в сентябре, короче, если не раньше, потому что, блядь, Рики, ну, бля, мне не нравится Рикиев, ну, в смысле, он чувак ровный, как бы, этот, но вот рэп его не нравится, он там поет что-то, ну, при этом, ну, со всем уважением к Рике, как бы, мы с ним нормально общаемся, но... Ну, братан, у тебя вокал, ну, как бы, ну...
Да, брат, офис в трушности больше, в офисе трушности больше, чем в Летае. Да я и говорю, этот Летай сам стоит своими крашенными волосиками лезет. И такой, блядь, ты офисный работник. Это просто обычный чувак стоял, знаешь, в очках. Не знаю, ну что в нем офисного работы, потому что он в очках. Ну, как бы, брат, надо постричься просто, видишь. Жналс нахуй это состричь. Ну просто видишь, братух, который с ним батлил, с Летаем, он у него подача, ну, слабая была. То есть у него текст был крутой, но подача слабоватая была. И из-за этого. Из-за подачи можно проебать. Мози Монтана охуенно как. И меня ко мне на концерт приходил, да и надеюсь, меня пригласит. Да, скажите, Мози, что пора Обика на следующий концерт взять. White Punk знаю. Да, да, он мне сделал этот минус 4.20, брат, на 21 грамм. Правда, сейчас он что-то гасится. Не знаю, блядь. Вот, я ему говорю, давай, закинь минусов, ты звал, он что-то не отвечает. Не знаю, может, обиделся на меня или что-то. Как тебе Enrage? Ну, Enrage выиграл, брат. Это же тот, которого засудили, да? Он выступил не очень хорошо, но уверенно, и он выиграл. Этим и интересен батл рэп, как бы, что ты должен найти грамотное равновесие между тем, ну, сколько ты должен выучить, как это выучить и преподнести, понимаете? Это, знаете, это, блядь, как спорт, нахуй. Знаете, бывают бои, когда чувак выходит и одним джебом выигрывает весь бой, понимаете? Он, ему не надо делать там комбинацию из 8 ударов, как Шугар и Ленард, блядь. Ну, как бы ты делаешь то, что тебе надо. Знаете, это как, блядь, я не знаю, вот, соревнования по этому, по сноуборду, там, Big Air, да, там и стиль, там, если ты все делаешь чисто, как бы, приземление, там, все, то тебе дают охуенно. Ты можешь сделать, блядь, там, хоть миллион оборотов, но если ты не приземлился, понимаешь, все хуйня, блядь. Птах хуйло, да, не вопрос, брат. Все три парня затащили. Ну, первый вот этот, да, с Микси или Брагзи, прошу прощения, Максим я забыл. Вот, Максим, мне кажется, вы, ну, я весь этот батл не посмотрел, там говорят, вроде тоже кто-то забыл текст. Кто забыл текст, тот проебал. Это как первое правило бойцовского клуба. Вот, ну, вообще, из того, что я видел, сильнее был вот Скинявый. Не, я шучу, я со всей, как бы, уважением называю Скинявым, нормальный парень, судя по всему, как бы, и... Просто он такой, ну, вот. И как бы, ну, знаете, вот, короче, главное в батле, что ты сделал что-то новое. И этот парень, он действительно как-то по-новому все превозносит. И он не звучит, как Оксимирон, бля, это пиздат, у него свой стиль, знаете, и это, бля, вот реально то, чего не хватает многим. А Джим Бэй Твес, да, по кайфу. ПМ забыл текст, да, и вот про ПМ хочу сказать, вы знаете, вот ему отдали победу, как бы, миссия, я там пишу, бля, ПМ проебал, он забыл текст, он стоял еще, вспоминал его там, пиздец, ну как полный лох, как бы, уж прости, брат. ПМ, ну, брат, ну, это пиздец, позор был и тебе, и тем, кто делали батл, и твоему ментору, и тем, кто смотрели батл, вообще, кто представляет эту культуру, нахуй. Вот. Он проебал. И все таки, блядь, он же выступил лучше, там, и это... Не вопрос, он действительно выступил лучше. И, как бы, текст у него был грамотнее, и вся хуйня. Вы понимаете, Он и так выступил лучше. Фанатов он своих взял. Зачем ему еще эту победу, ну, отдавать? Она ему ничего не сделает, понимаете? Все и так видят, что он как батлер лучше. Отправьте его домой. Пусть он учит эти батлы. На следующий год придет, блядь, и въебет всех. И уже, я уверен, никогда не забудет текст. Вот так это и делается. РБЛ. Да я вообще от батлов немного отошел, братан, подзаебал.
Заебал свою хуйню вторая традиционная. Бран, ну про что спрашивают, про то и втираю, блядь. Красава, братуха. Сам что лучше? Да ничего, брат, рэпчик сейчас будем делать. Думаю, рэпчик делать. G-Club, я не знаю, что такое. Кем ты работаешь? Я работаю хастлером, брат. Плюс на пол, брат. Блять, из носа течь заебал меня. Дельт качал. Окей. Норм, работу найти, брат. Ну я как бы надеюсь, что ты за меня там все сделаешь уже, все отработаешь. А битве Драга и Стима я не слежу за этим. Спасибо большое. Обои зашли. Да, есть немного. У вас будьте вкусы, красавчик, брат. Брат, не то, что бесит, а просто ну то, что не нравится, я не смотрю это. Все, ну, начал оценивать мою хату, да, брат? Не, батл уже не смотрю. Оксимирон, Кизаргану. Да, я не в курсе. А, стой, я что-то припоминаю, мне что-то кто-то прислал приглашение данное. Блять, а вынужден этот, наверное, отключиться, потому что, блядь, ну сраный нахуй, заебал он, блядь. Ну или, конечно, можете подождать и схожу за салфетками. Вообще, ну вообще. Иди, иду, брат. Ой, прошу прощения. Можно герметику подклеить. Ты чё, братан, я снимаю хату, чё мне клеить? Я похож на того, что будет что-то здесь клеить, брат. Шорты стрёмные, брат, ну сори, брат. В таких дом хожу. А, ну или это не брат, сестра. Не, брат. Ну да, бабушка есть у меня, да. Ой, бля, про хип-хоп рассказать, это надо отдельно. Я сейчас, короче, я сейчас тогда отсоединюсь и присоединюсь заново, тогда расскажу про хип-хоп, чтобы не засирать, блядь, этот эфир. Gang, bitch. В общем, это, ну, про хип-хоп расскажу, да, про хип-хоп расскажу в натуре. Ну, надеюсь, как бы только это, ну, батарейка не разрядилась раньше времени. В общем, то, что надо знать, как бы, историю вообще, из-за чего. Вообще, с чего бы начать?
Ну, стоит начинать с этого, с R&B, да, с блюза. Ну, R&B пошел от блюза, да. Rhythm and Blues. Вот. Не знаю, кстати, если вы хотите узнать больше про возникновение R&B, лучше, наверное, посмотреть этот фильм «Cadillac Records». Я как бы начну лучше с самого хип-хопа. Вот там, кстати, очень круто все объясняется, там артисты показаны, их песни. Вот. R&B начал переходить в рэп, грубо говоря. Не знаю, когда это... В 70-х, наверное, в США... Ну, там очень сильная, короче, была очень много расизма было. И черных не пускали в те места, ну, как бы во все места, грубо говоря. То есть черным надо было делать, грубо говоря, не только черным, также относились и к китайцам, японцам, там, мексиканцам, короче. Надо было создавать свои места тусовки, грубо говоря. Они сами тусили в парках, какие-то клубы, знаете. И вообще официально, по-моему, называют что хип-хоп родился, когда этот диджей известный в Америке, в Нью-Йорке вышел и поставил свои эти... вертушки, короче, начал играть рэпчик, да, даже, блядь, забыл, кого зовут, и в честь него даже эту улицу сейчас назвали, вот, начал, короче, сейчас я это, разговорюсь, нормально поем дальше, вот, и батл был, тогда батлы проходили так, то есть приходили в клуб ребята, и кто зажжет больше толпу, тот и выиграл. То есть был такой рэпер, по-моему, Бизи Би его звали, да? И он там, знаете, он выступал такой, эй, оу, ну там всякую такую херню, как бы. И он зажигал толпу, как, ну, как никто. То есть его, ну, его обожали. И один раз он в клубе, как бы, он выступил, я даже не помню из-за чего, то ли просто это случайность была, то ли это была договоренность. Был еще такой, оказалось с ним в клубе рэпер Кул Моди, по-моему, да? Кул Моди, я, бля, убитый, могу сейчас попутать имена еще, да? Вот. И Бизи Би свое отвыступал, как бы, откричал и ушел тусить дальше, там, с девчонками в баре такой. И к нему просто прибегают, о, пацаны говорят, слушай, там Кул Моди тебя, бля, кроет всей хуйней. И Кул Моди там на сцене стоит и в майке его просто обсирает. Знаете, там твою там сестру, там, я не знаю, там. Ну просто прошелся по нему. И как бы вот это было начало батл рэпа. Ну, я уверен, многие уже об этом знают, как бы. То есть вот этот. Батл между Кул Моди и Бизи Би, блядь. Вообще хип-хоп изначально был сделан так. То есть была попса, да? То есть, например, есть Джимми Хендрикс, да, там какой-то. Я люблю Джимми Хендрикса, но я, например, я бедный. Я там, у меня нет денег ни на гитару, нахуй, ни на студию, ничего. Вот. Но я тоже хочу делать свою музыку. Я тоже хочу быть как бы фанки, чувак, правильно? Я думаю, может, я возьму эту, короче, пластинку, сейчас поцарапаю, блядь, и, может быть, вот свой звук какой-нибудь, свое звучание сделаю. Вот в тот момент, когда парни начали так думать, появился хип-хоп. То есть я не буду стараться подмазаться к этой хуйне по псе. Я пойду и сделаю что-то свое. Вот это и есть хип-хоп. То есть, грубо говоря... Вот все идут в одну сторону, ты идешь в другую, ты идешь в свою. Вот это хип-хоп. Как бы когда ты прям, грубо говоря, отличаешься от всех, когда ты не продажен, вот это и есть хип-хоп, понимаешь? Ты делаешь что-то от души, что-то свое. И плевать, что там кто что думает, скажет. Ты главное, ты не фальшивый. Ты не фальшивишь, ты делаешь от души, да. Как бы дальше пошла вот эта. Дальше пошла золотая эра, ну, не пошла, я перейду сразу к золотой эре хип-хопа, то есть 90-е. И
главное в 90-х было это оригинальность. Ну, так и я вырос. То есть худшее, что можно было сделать в 90-х, это повторить то, что сказал другой чувак. Вот то, что сейчас все делают. Вот. Это считалось как бы, ну, то есть, если тебя спалят на этом, то все, ты терял все, как бы, респект, credibility. И даже вот эти понятия digging in the crates, ну, типа, как копаться в этих, в молочных этих картонках, блядь, коробках. Эти крейцы, в них держали пластинки. Digging in the crates, ну, что диджеи приходили, могли часами копаться в этих пластинках и найти какой-нибудь такой звук, который никто не находил. И в этом был смысл хип-хопа. Смысл хип-хопа был тогда, чтобы сделать свою какую-то подачу, которую никто не делал. Тогда появились всякие Фуш Никинс, вот, Баста Раймс, если вы знаете, тогда он читал вообще очень поёмно тогда. Потому что тогда надо было давать больше оригинальности, тогда все старались больше, понимаете. Потом появился Soulja Boy, вот, и как бы... Лично мне Soulja Boy нравится. Jumping out the bed. Как бы, вот. Но целое поколение, выросшее на нем, ну, оно просто пошло в другую сторону. Потому что Soulja Boy, ну, он, как чувак, он фальшивый пиздец. Он полный еблан. Ну, и как бы, и вот на нем выросло поколение вот это вот модных этих атлант рэперов, я их так называю. Я не имею в виду всех с Атланта, но вы понимаете, которые вот ходят как девочки одеты. Вот. А 4-5 лет назад появилось, не знаю, 4-5 назад не появилось, стало популярно вот в Чикаго drill music. Вот. И на этом drill music выросло уже целое ебаное поколение, блядь. Тоже новое, которое вот сейчас становится тоже популярным. И вот этот Текаши, хуй знает, вот он из этого поколения, да, которое выросло на этой дрил музыке. Вот. Вот это вкратце вам история хип-хопа, вот как бы, я не знаю. Как бы то, к чему он пришел сейчас. А XTentacion, бля, мне не нравится, но я не слушаю. Он какой-то вот этот вот, то, что он там босиком ходит на концерт, ну я хуй знаю, он какой-то ебанутый, там тёлок пиздит, блядь. Не знаю, я вообще считаю, если ты девушек бьешь, то, бля, я тебя очень уважаю. Я тебя не уважаю ни как человека, ни как, блядь, вообще мужчину, блядь, хуй знает. Для меня ты слабак, ёпта. Как бы мужчина должен держать себя в руках. Вот. Ну, по крайней мере, стараться. Ты не должен позволять девушке водить себя. Просто возьми, уйди, ебать. Не знаю, Галат обиделся на меня. Не знаю. Думаю, вряд ли. Да, историю пропустила хип-хопа русского. NWA. Не, я не забыл. Ну, хотя да, может было, да. Еще ты прав, брат. Когда они в самом начале 90-х, да, наверное, стали больше популярны. И когда они стали популярны, то тогда и пошел гангстер-рэп. И после них, да, все захотели делать гангстер-рэп. Тогда пошел гангстер-рэп. Тогда вот я помню, как раз я был в Америке. И прошу прощения за мою болезнь еще. И вот знаете, тогда все валили, короче, на рэп. То есть там каких-то чуваков застрелили, такие, бля, у них нашли кассету в машине с тупаком, ёпты. Знаете, типа того. Вот тогда там все директоры школ там высказывают, мы не хотим рэп в наших школах, там
Настолько NWA были вот крутые. Вот. Но фильм, не знаю, я начал смотреть, какая-то хуйня. Настоящий гангстер-рэпер — это Халан Халан, пиздец гангстер. Когда ты был в США? Брат, я там был где-то с 92 по 97 год. Слушай альбом, брат, там все рассказано. Опять ты? Ты там в школу ходишь или куда? Нет, Вилка Бой после батла подошел мне пожать руку со своей девчонкой. Хороший фильм, если вы хотите с рэперами, это заплачено сполна. Да я тебе ничего не скажу, ты там... В США лучше Кейн, чем в МСК, ну ты пиздец спросил. В Красногорске бываешь? Да, бываю, брат. Я говорю про музыку, вот очень классный фильм Cadillac Records, блять, вообще секс просто. Заплатить сполна, хороший Hustle and Flow. Рэй Чарльз, Рэй, да, Рэй он просто называется. Про Бигги фильм ничего, как бы, потому что там многое стало понятное, как бы, но, конечно. Не, бля, вот тот чувак, который там Puff Daddy играет, просто пиздец, нахуй. Я от души, брат. Ребят, с улицы, да, нормально. Еще как этот New Jersey Drive, да, где они тачки угоняли, тоже был прикольный фильм. New Jack City с Уэсли Снайпсом, да, по-моему, с грязным Уэсли. Потом... Что-то еще было. Гангстер, причем не с Дензелом, я говорю про гангстер с Лоренс Фиш. И, конечно, мой самый любимый фильм — это «Король Нью-Йорка», да. С Фишберном, с Морфеусом и с моим любимым актером Кристофер Уокеном, да. Бля, «Король Нью-Йорка» — это самая грязь вообще. Как бы, если вы не смотрели, посмотрите обязательно. Там все рэперы пиздят вот этот кадр, знаете, когда он в небоскребе стоит, смотрит, короче, на отражение другого небоскреба. То есть, по-моему, на альбоме Ллойд Бэнкса обложка была или что-то такое. Что за препарат на полке у тебя? Брат, там что-то пустая логичка из плодаковой минерали, кружка тира. Там вообще лекарства, брат, там стоят мои. Ну, я же после болезни, брат, знаешь. Восьмая миль, полная хуйня. Будет физтехник. Да, это про ритм и блюз. Там этот Эдриан Броди играет. Там этот чувак охуевший. Вульф, волк, который был в микрофон, блядь. Там еще известный момент, когда они пригласили этого Вульфа первый раз на студию, по-моему, и Мадди Уотерс, он в то время был самый отец, он как бы, он один из родоначальников прям, он сидит на студии с девчонкой, и этот Вульф приходит и просто начинает, короче, у него эту девчонку забирает, и он там начинает выть просто вокруг нее, да, бля, это очень шикарный фильм. Да хуйня, братан, это не фильм. Что-то я включил, блядь, ТСП Рокки, пидорас. Брат, это ТСП Рокки, ты видел, как он в платье? Как бы, видел его в платье? Салют, брат. Короче, наверное, пойду себе кофейку сделаю, короче, это, начинать как бы делом. В душек там и все это. День тяжелый. Как бы этот. Не забывайте хип-хопчик. Шраф Суперфлай, как подумал. Шафт. Стой, Суперфлай — это вот этот новый фильм, который сейчас выходит, да, типа? А что, он уже вышел, брат? Ну-ка.
Брат, я вот видел как бы рекламу, но я подумал, это как бы еще, ну, только там через месяц-два будет. Что там с этим? Старый. Может, это, короче, это новый, ну, переснят, как с тобой еще? Суперфлай, блядь. Какого года, брат? Блядь, тут нахуй трейлер только месяц назад вышел, по-моему. 2018-го. Хуй знает, брат. Сейчас посмотрим. Атланта. Вот эту хуйню ты говорил, да, брат? Брат, а... Ты вот про этого подарка, брат, говорил? Ну там, Рики Розе, да, там всякие эти, блядь, да? А я вот старый, как бы, нет, я вот, ну, новый видел, там Рики Розе всякие эти. Офис Рики. Брат, а студию, я тебе сразу советую, 43 студию, брат. Вот ты зайдешь у меня, короче, на страницы, посмотришь, там, где я треки выкладываю, и, короче, там везде написано, кто мне сводит или где записано, и оттуда ты попадешь туда. Это самая реальная студия, брат, в Москве. Так, все, ебойся на связи, любите хип-хоп, не фальшивьте, делайте вещи.